вам. Слушайте, ну такой эксклюзив. А вот где еще увидите? Вот где еще увидите? Придется ехать в Японию и там смотреть. Вот, вот вам все привезли. Ну да, кстати, это ведь единственный вариант увидеть эту аниме. Но мне все-таки кажется, что современные технологии, традиции, в этом и есть вся Япония. Мне кажется тоже, что Япония – это вот такая вот взаимосвязь между старинным, древним и современным. И все это вот как-то в такой гармонии находится. Представляете, вот из вот таких гравюр появилось то, что сейчас многие любят. Это манга, это аниме. И насколько это все развелось и изменилось. Да, удивительно. Это да, такой шажок был, прыжок в прошлое небольшой. Из прошлого в будущее, такой мостик. Мостик. Ну что ж, я напоминаю, это был подарок для фестиваля от Мемориального музея Укиё-э Ота. Большое спасибо. Друзья, не забывайте про мастер-классы. Сегодня очень насыщенная программа. И, кстати говоря, прямо сейчас в 12:00 на спортивной арене начинается мастер-класс по айкидо. А в зоне 1 начинается мастер-класс по искусству обертывания подарков в рожки. Не пропустите, научитесь заворачивать правильно. А вот во второй зоне будет мастер-класс по основам рисунка манго, что, кстати, вот очень тематично после такого просмотра. Да, мне даже самой захотелось пойти порисовать, но у нас начинается то, ради чего многие из вас пришли сегодня. И несмотря на рабочий день, да. И я знаю, что придут завтра уже, несмотря ни на что. Ни на погоду, ни на занятия, ни на... Что же это? Что же это? Что же это? Косплей! Вот, и прямо сейчас мы начинаем косплей-программу «Дефиле». И, соответственно, у нас первый участник, самый маленький, самый перспективный. Встречаем Янка Лисенок с дефиле из «Игры престола». Встречаем! На сцене. Да ладно, ладно, она не такая хорошая вообще. Нет, тут косплеер великолепный. Как вам понравилось? Молодец. О, Дмитрий, вот. Вы теперь у нас эксперт по косплею, я хотела бы узнать ваше мнение. Да, я считаю, да не, на самом деле здорово, что в таком возрасте Янка Лисенок вышла и смело так себя показала. Здорово, я верю, что здесь большое будущее. Ну, слушайте, мне кажется, такое вообще... Надо награждать. Да, обязательно. И мы для этого приглашаем на эту сцену, собственно, участника, и Мими, и Мишу для вручения подарка. Они у нас тоже маленькие, всего-то по 3 годика, так что давайте поприветствуем всех участников. Мими и Миша вручают подарки нашему косплееру. Вкусные призы предоставлены нашими партнерами, сладостями Табетай. Правильно. Не забывай, надо обнимать, гладить пузико. И по пузику. Но удачи. Мы гордимся нашими юными участниками. Вот так, с нетерпением ждем их появления в косплей-конкурсах. А скоро уже, наверное, уже даже во взрослых косплей-конкурсах. Поаплодируем! Что? Вы молодцы. Поздравляем. Проходите.
провожаем. Провожаем. Провожаем наших малышей. И косплеера. И косплеера. Да, малышей и косплеера. Ну что, косплеера. Переходим дальше? Или не переходим? А то опять я на брейк захотел слушать срочно. Да тебе все время хочется на брейк. Мне такое ощущение, что ты просто вот родилась на брейке и зачем-то сюда заползла. Переходим? Переходим. Переходим. Переходим к конкурсной программе выступления. Косплей-дефиле в этом году представлены следующими номинациями. Вестерн. Это дефиле персонажей из западных фильмов, книг и комиксов. Гейм. Персонажи из компьютерных игр. Ну и аниме. Это дефиле персонажей из аниме и манги. И представляем жюри конкурса косплей-дефиле. Это наши друзья и победители фестиваля Kawaii Japan, известные косплееры Ноэ и Гьямко. Поприветствуем их! А также популярный российский блогер, автор и ведущий видеоблога Сойеров Шоу Кирилл Сойеров! Аплодисменты судьям! Громче, громче, громче хлопаем! А то не выйдет никто сюда на эту сцену, вот вы, да, не дохлопайте и не выйдет. Ну что ж, конкурс косплей-дефиле у нас открывает направление вестерн, то есть персонажей западных фильмов, книг и комиксов. И первый на эту сцену выходит Белтай и показывает нам Фем Аида из мультфильма «Геракл». Великолепная Аидесса, наверное, да? Правильно. И мы встречаем следующего участника, Широгане Сама, с косплеем по Артуру. Thank you.
хорошо. Они прекрасные. Я всегда болеют за наших. Уже за женской силой. Да. И дальше. И следующий участник – это Мозна Просирози с косплеем «Труп невесты» Corpse Bride. Роза для вечной любви. Лилия для нежности. А фиалки? Может, он прав? Мозна слишком похож. А может, ему мозги вправили? Запросто. Конечно, его суженая живая кукла. У нее розовые щечки, бьется сердце. Мне совсем не больно поднести к руке огонь. И совсем не больно лед зажать в ладони. Сердце мертвое не билось, а теперь оно разбилось. И сейчас так больно мне. И верю я всерьез в то, что есть еще во мне остаток. Аплодисменты! Букетик невесты! Все, теперь я. Теперь ты пойдешь замуж за... Так, нет, не продолжай, просто не продолжай. Ну ладно, я не буду продолжать за кого. Настя сам пойдет замуж, мы просто перейдем к следующему блоку. Да, мы-то перейдем. А то нам было мало. Я сейчас хочу объявить, что сейчас будет продолжение. Впереди ведь начинается гейм-дефиле, то есть косплей по виртуальным играм. И кто же первый? Кто у нас первый? Первый у нас два участника, Агата и Мирай из Dota 2. Встречаем! Thank you.
Итак, следующий, четвертый номер мы пропускаем, задерживается и будет в конце этой информации для жюри. Йонбанмэва тобасимас, тимансайма для анимас, цигива гонбанмэдес. Итак, следующий у нас будет Алиен Орихара с косплеем из Final Fantasy 15 Луна Фрея Нокс Флюре. Следующего участника Амари представит косплей из The Idol Master Cinderella Girls. Снова
Он Мёчи в исполнении Эмперор Ицурухиме. Демонстрирует Франсуаза Стейн. I'm gonna get a school, 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 I'm g
У нас прям сцена задрожала. Да, вот помогает уйти этому великолепному существу. Вы не поверите, что сейчас будет на этой сцене. Давайте угадаем. Нет, не надо. Давай говори. Ну хорошо, это Анмёджи, ты угадала. Анмёджи представляет Мао. Далее у нас вновь Dota 2. Ее представляет Вольха Редная. I drown. Мадам, не забудьте ребенка. Нет, малыша. Все, забрали чужие люди, вырастет теперь из него человека. Нет, волонтера. В следующем фестивале будет зеленый волонтер у нас. Может, его даже... забрал волонтер, значит вырастет волонтер. Ну, все, кто может у волонтера вырасти? Волонтер, зеленый волонтер будет. Прекрасно. И мы встречаем на этой сцене следующего участника Феникс Инка с косплей по World of Warcraft.
аплодисменты. И далее у нас участник Seventh Heaven представит косплей Show My Rock.
гейм-дефиле номер 4 Элси и Тедши Long Live School Idol Festival. Сегива, я вам лес. Сейчас мы представим первого участника. Boku no Hero Academia представляет Ли Хван. You don't cry like you should.
целая история. Друзья, кто в зале смотрел «Блич»? Он закончился вообще? Да? Хорошо закончился? Ну, естественно. Зря тогда он закончился. Да, зачем тогда закончился? Так сомнение есть, что он закончился. Кто же дальше? А следующий у нас «Голди Долтис Касплей по Ватикан Кисеке Чозакан». Чуть не украли, да? Чуть, да, остались бы без ведущего. Страшное дело. Камуи Торо и Кайтен Йокай. Джоджо's Bizarre Adventure. Thank you.
как 80-е вернулось, честное слово. Прям хорошо так вернулись. Сейчас еще одна настоящая будет. Neon Genesis, Евангелион в исполнении Фроза! Итак,
Итак, мы еще раз на сцену приглашаем Момоко под правильную музыку. Нетокино юме ва онноноко-джанай то мотта. Встречайте. Молодец. О, цветы принесли, цветы унесли, цветы несите назад. Больше вот. Цветов. Больше цветов, недостаточно цветов на сцене лежало. А у нас Love Life, Sunshine, Васёк и Стэдфо. Давайте спросим Ноэли Гянко. Ноэли Сан Гянко Сан, доу де шита ка? Дарэ ка киниримашита ка? Очень понравился Супермен и Вандер Вумен. Хлопаем, это же наши косплееры, ребята, ну чего вы? Ой, такая сложная задача. Я видела так много знакомых аниме и игр. Было просто здорово, и поэтому очень сложно кого-то выбрать. Дарека то еще не кёдо но косплей яроуто омоимасенка? Вообще-то со всеми хотелось бы совместный косплей сделать. Вот отлично. Такая реакция жюри у нас. Прекрасно. Ариато займашита. Спасибо большое жюри и всем участникам. Я хочу напомнить, что у нас также проходят программы и в конференц-зале, и на втором этаже мастер-классы. Не забывайте их посещать, там очень насыщенная программа. И вас там очень-очень ждут. Ну, а мы пока завершаем программу. Косплей дефиле, и результаты мы узнаем завтра.